это созданное под руководством князей Голицыных. В участии принимали архитекторы Адам Менелас и на последнем этапе, и на первом этапе Карл Иванович Бланк. Значит, усадьба эта построена в форме классицизма, поэтому все правила для усадьбы эпохи классицизма, касающиеся симметрии, они присутствуют. Значит, сейчас я покажу фотографию. Дворец Михаила Петровича Голицына. Вид после пожара 1924 года. Вот этой усадьбы. Вот как все выглядело. После пожара Вот так подошли. Так что на фотографии видно, что дом не трехэтажный, а двухэтажный с мезонином. Да, вот он перед вами дом. Но только его восстановили трехэтажным, а был он, двухэтажный с мезонином. Вот это фотография 1924 года. Сюда можно, то есть центральные три окна, вот это вот старые, да? А по бокам, под стройки, по четыре окна. Слева четыре окна справа. Значит, с этой историей усадьбы было связано. История того, что владелец усадьбы Петр Михайлович Голицын в 1775 году в царстве Екатерины II был убит на дуэли. Усадьба перешла к его сыну Михаилу. Однако здесь жил и строил дворец и церковь дядя Петра Михайловича, Александр Михайлович, брат покойного.